«Роба Ю» – авторский серіал под такой назвой стартовал у «Снежні». Сценарий для него написал гамельчанин, наставник английской мовы Віталь Петровский. Головный герой роботы – проект отримался не только забавляльным, але и адукационным. Как проходили сдымки стужки, какие возникали складанности, и ці будет другий сезон серіала, доведалася Вероника Гамзюкова. Новый эдукационный проект існує на двух мовах – русской и английской. Основная аудитория – это страны Западной Европы, США и Канады. Русскомовная версия призначена для Беларуси и наших поудневых соседей. Мета проекта – показать. Для гуманитарных предметов так само можно использовать роборазпрацовки. И в Беларуси они уже існують. А життявить идею помогали школьники, которые учили английскую мову побач с механичными помощниками. Я озвучила английскую версию главной героини – это Валевской. Поначалу мне было очень сложно вжиться в роль, но когда я узнала весь текст, то я поняла, насколько это трагичная история, и мне стало легче. Натура главной героини мне очень близка, потому что я сама очень ранимый человек и чувствительный, я все воспринимаю на свою душу. Я помогала снимать фильм, в том числе финальную сцену. Ну, я могу сказать, что это было интересно. Сложность была, наверное, в том, чтобы подобрать правильный ракурс, чтобы все было красиво, смотрелось. Вот, наверное, это было самое сложное. Но вообще было очень интересно помогать в съемках. Я играл Наполеона со спины. Изначально мне было очень трудно житься в эту роль и понять все эти действия и поведение Наполеона во время его войны. И в конце сериала на последних сериях я уже смог осмыслить поведение Наполеона. Я играла роль главной героини, и поначалу это, конечно же, было сложно вжиться в роль, потому что изначально мы с героиней были немножечко разные. Но после того, как я начала дальше проникать в сценарий, узнавать что-то новое, какие там повороты событий были, мне, конечно же, стало это все интересно, стало намного легче вживаться в роль, потому что в дальнейшем в сценарии мы стали с героиней очень похожи. Сценарий для серіалу написал сам Віталь Петровский. Команда робота-волонтюристов, которые могут перемещаться у просторы и часе, вирішає вырятовать Наполеона Бонапарта из рук англичан. Для этого они находят праправнучку Марии Валевской, которая была у близких отношениях с императором. Марии в своем опошнем листе Наполеону описывает план утека из английского фрегата. Она находит людей, гроши и способы вырятования, однако не поспевает передать послание. Миновито гэты лист роботы у наш час передают Дані Валевской праправнучце Мары. Мали сериал у живописных местах Беларуси, например, на развалинах Хальчанской сядзибы в Ветковском районе и исторических локациях за мяжой. Работы проходили каждый день на протягу 6 месяцев. Сдымали на мобильный телефон, для монтажу выкористовывали звычайные компьютерные редакторы. Таким чином Віталь Петровский хотел показать, что такое кино зробить может каждый. Треба только попрацовать, и будет выник. Очень хорошие отзывы мы получили от моих коллег из США, Канады, Франции, Швеции, Испании, Италии и Великобритании, которым я давал возможность для просмотра. Они сказали, что очень интересная разработка, и они будут рады и в дальнейшем, чтобы мы делились с ними какими-то своими интересными наработками. Потому что моя задача, как я уже сказал, это показать странам и Востока, и Запада, что в нашей республике есть тоже какие-то интересные идеи. До речи, для країни СНД и Усходней Европы проект уникальный. Робота вырабатывают у Канады, однако там их у адукации не використовують. Наступный год Віталь Петровский и его команда запланировали сдымки другого сезона. У им расскажут про историю и природу Беларуси. Мета этой частки – показать, насколько пригожая наша країна. Серии первого сезона можно поглядеть на особистом YouTube-канале Віталя Петровского. Вероника Гамзюкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».